Молодец, что напомнил мне. Родители гордятся тобой? Они должны гордиться тобой. Халь Гитлер. Халь Гитлер. Вольно. У нас девочка, папа. Я назвал ее Тереза, как святую. Это хорошее имя. Это прекрасное имя. Привет, Тереза. Все хорошо? Да. Замечательно. Говорит Варшава. Говорит Варшава, 6 августа 1944 года. Говорит Варшава, польская армия Краева поднялась против нацистского рейха. Мы призываем всех бесстрашных жителей Варшавы встать на защиту нашего города и нашего народа. Германская армия не выстоит!